Вот Янг и Ват Джейсвал. Один простой способ выучить любой иностранный язык. Для начала мы хотели бы задать вам вопрос. Поднимите руки те из вас, кто тратил время и усилия на то, чтобы выучить другой язык. Может быть, вы ходили на уроки испанского в школе, может быть, слушали много Розетта Стоун, но при этом сейчас вы не можете уверенно говорить на этом языке. Хорошо. Это большинство из вас. Некоторые из вас подняли даже обе руки. Итак, мы тоже пытались самостоятельно изучить несколько языков. Об этом мы расскажем через минуту. А сейчас давайте выясним, в чем же проблема? В чем главная загвоздка, которая не дает людям изучать языки? Может быть, это неправильная программа обучения? И если бы вы изучали язык по идеальной программе, тогда бы у вас все получилось? Статистика в этом плане не очень воодушевляет. Из 1000 американцев, которые участвовали в общем социальном опросе, только 7 человек утверждали, что они хорошо могут разговаривать на иностранном языке, и что фактически выучили его еще в школе. Если вы думаете насчет самообразовательных программ, типа Розетта Стоун или Пимслер, то да, они какое-то время могут работать, но у них есть другая проблема – огромный процент отсева. В одном из университетов штата Мэриленд провели исследование, в котором взяли группу добровольцев-энтузиастов, и обнаружили, что только 6% из них посвятили более 100 часов программе, что намного меньше, чем требуется для владения языком с помощью этих программ. Ну тогда, может быть, проблема заключается в том, что вы не живете в стране изучаемого языка. А если бы вы могли туда поехать, вы бы смогли его выучить. Здесь я вынужден согласиться с тобой, Ват. Проживание в стране, где говорят на нужном языке, однозначно помогает. Это дает мотивацию и возможность погружения. Но это не решение всех проблем. Если вы приезжаете в страну и не говорите на ее языке, что вы будете делать? Рассчитывать, что другие иммигранты и местные, хорошо говорящие по-английски, помогут вам выжить? В таком случае вы создадите вокруг себя пузырь своего родного языка, который не даст вам полностью погрузиться. Мы знаем один экстремальный случай. Один американский бизнесмен поехал в Корею, женился на корейской женщине. У них там появились дети. Он жил в Корее более 20 лет, но так и не смог научиться даже поддерживать беседу на корейском. Так что проживание в другой стране помогает, но это не волшебная таблетка, которая сама по себе решит все ваши проблемы. Хорошо, ну тогда, может быть, проблема заключается в том, что кому-то уже слишком поздно изучать язык, и что нужно было это начинать делать в детстве, потому что детям языки даются легче, правильно? На самом деле, это распространенный миф. Стивен Браун из университета Эйнштейна и Дженнифер Ларсон Холл из университета Куиши исследовали литературные источники и выяснили, что на самом деле взрослые изучают языки быстрее, чем дети, в краткосрочной перспективе. Только если мы говорим про достижение уровня носителей языка, тогда да, дети быстрее начинают брать верх над взрослыми. Так что если вы хотите просто научиться общаться с другими людьми, вести диалоги, то нет никаких ограничений, язык можно выучить в любом возрасте. Хорошо, тогда если дело не в этом, то в чем? Наша гипотеза отличается от всех других. И чтобы мы могли ее объяснить, посмотрите вот на эту картинку океана. Если посмотрите на воду, вы увидите две отдельные зоны. Нижнюю зону, где волны разбиваются, и верхнюю зону, где вода относительно спокойна. Теперь представьте, что вы стоите на берегу и собираетесь поплыть по океану. Когда вы только войдете в океан, вы окажетесь в первой зоне, где волны разбиваются. Плавать в этой зоне невероятно сложно. Вы чувствуете сопротивление, волны разбиваются о вас и постоянно пытаются подтолкнуть вас обратно к берегу. Однако, если вы сможете протолкнуться через эту зону и пробраться ко второй, внезапно плавание для вас станет намного легче. И что более важно, волны не будут выносить вас к берегу. Вы перестанете чувствовать это сопротивление. То есть, мы уверены в том, что изучение языка работает очень похожим образом. Когда вы первый раз приступаете к изучению языка, вы находитесь в первой зоне. Мы называем ее зоной страха или зоной отчаяния, потому что здесь вы боитесь использовать язык. Именно здесь вы боитесь сделать ошибку. Здесь вы боитесь выглядеть неуклюже. Изучать язык в этой зоне очень сложно. Волны — это негативная обратная связь, которая постоянно пытается вас подтолкнуть обратно. Однако, если вы сможете пройти эту зону и попасть во вторую, где волны гораздо спокойнее, изучение языка внезапно становится намного проще и намного интереснее. Имейте в виду, я не говорю, что вы достигаете идеального уровня, когда попадаете во вторую зону. Может быть, вы знаете всего несколько слов, но можете ими уверенно пользоваться. Пусть это даже всего несколько простых диалогов.
Изучение языка превращается из череды разочарований в череду побед большую часть времени. Итак, главная проблема, которая возникает у большинства людей, это то, что люди застревают в этой зоне страха и отчаяния. Застревают слишком надолго, а некоторые — навсегда. Если все, что вы видите, это ваши неудачи, очень сложно мотивировать себя двигаться дальше и улучшать свои навыки. Сложно изучать язык, который вы хотите знать. Так что в идеале вам нужно использовать другой метод. Метод, который позволяет вам быстро и эффективно проскочить эту зону и перейти на этап, где изучение языка становится для вас проще и в удовольствие. Мы считаем, что у нас есть этот метод. Метод, который отрезает волны и переносит вас в более простую зону изучения языка как можно быстрее и эффективнее. Этот метод очень простой. Не говорите на родном языке. Это может показаться очевидным или банальным, но на самом деле это очень мощная штука. Когда вы принуждаете себя говорить на языке, который пытаетесь выучить, учите слова и фразы по мере необходимости, а не в том порядке, в котором они идут в учебнике. Это означает, что вы на автомате учите самую часто встречающуюся лексику и самые важные слова для ваших ситуаций. Далее, поскольку вы не знаете много слов и фраз, вы снова и снова используете то, что вы уже знаете. Возникает эффект, который психологи называют автозаучивание, в результате которого вы начинаете воспринимать информацию на автомате. Вам уже не приходится неуверенно выдавливать из себя слова, когда вы пользуетесь базовыми фразами. И, наконец, поскольку вы не должны разговаривать на своем родном языке, вы очень быстро привыкаете разговаривать и ориентироваться в ситуациях, которые не соответствуют вашему уровню. Это может проявляться от заучивания фраз вроде «что это значит» и «как сказать вот это», причем на как можно более раннем этапе, до умения эффективно пользоваться такими вещами, как Google переводчик и словари, чтобы быстро встраивать новые слова и фразы в свою речь. Откуда мы знаем, что этот метод работает? На самом деле, мы знаем это потому, что сами его попробовали. В прошлом году мы со Скоттом провели эксперимент. Мы попытались выучить 4 разных языка и посетили 4 разных страны для изучения этих языков в течение года. Везде мы пользовались одним правилом — никакого английского. Сначала мы поехали в Испанию для того, чтобы выучить испанский за 3 месяца. Затем в Бразилию для того, чтобы выучить португальский за 3 месяца. Затем отправились на материковый Китай для изучения китайского за 3 месяца. И, наконец, в Корею для изучения корейского, тоже за 3 месяца. Мы обнаружили, что отказ от родного языка работает просто невероятно. По сути, к концу каждого периода пребывания в одной стране мы могли уверенно беседовать с носителями языка практически на любую тему. Плюс спокойно жить в этой стране, используя свои знания языка. У нас есть небольшое видео, в котором мы хотели бы показать вам, какого прогресса мы достигли благодаря использованию своего метода, чуть меньше, чем за 3 месяца в каждой стране. Итак, давайте посмотрим. Tenía más español que puedo decir, no hablo inmersión más profundo. Y entonces... Espero que... Brasil. Fale con personas de China y ellos falan. Sé que você va a hacer un otro vídeo como... Isso é eu. Hoy... Этот способ может показаться немного экстремальным. В конце концов, разве не легче иногда говорить по-английски, когда изучаешь другой язык? Пусть в этом случае процесс и будет идти медленнее. На самом деле, мы считаем, что это ошибочное мнение. И для того, чтобы подтвердить свои слова, я бы хотел сослаться на собственный опыт. Несколько лет назад, до этих поездок, у меня была еще одна возможность выучить второй язык. Я учился в университете, и меня отправляли учиться по обмену во Францию на год. Как и в наших поездках, я очень хотел выучить местный язык, поэтому закупился книгами, скачал много подкастов, чтобы как следует выучить французский.
Единственное различие, у меня не было никаких предубеждений против общения на родном языке. Я думал вот как. Я поеду туда, буду общаться по-английски, когда мне нужно. А там, где это возможно, я буду практиковать французский. Спустя год проживания во Франции, я действительно достиг того уровня, когда мог спокойно беседовать, ведь я занимался каждый день. Но это было очень сложно. Я всегда чувствовал себя неуютно и скованно. И сравните это с моим недавним опытом в Испании. Опять же, у нас была мотивация, была возможность, но теперь мы использовали правила никакого английского. С самого первого дня, как только мы приехали в Испанию, мы решили, что будем общаться только по-испански. И как вы можете представить, с практически нулевым уровнем испанского, поначалу это было нереально сложно. Первые несколько дней мы общались друг с другом буквально с помощью словарей. Но спустя пару недель что-то изменилось. Все стало намного легче. Спустя месяц еще легче. А к третьему месяцу пребывания в Испании все стало настолько легко, что мы полностью и на автомате общались между собой на испанском. Мы не воспринимали это как учебу или практику. Это стало частью повседневной жизни. Более того, спустя 3 месяца пребывания в Испании, наш испанский, и мой, и его, был намного лучше, чем мой французский после года проживания и упорного изучения его во Франции. Поэтому, когда вы оцениваете сложность какого-то метода, в частности изучения языков, не стоит оценивать только первоначальные шаги. Смотрите не только на то, сколько усилий вы вложите в начале, но и на всем протяжении вашего пути, для того, чтобы в конечном итоге все же освоить язык. Мы обнаружили, что применение нашего правила не только ускоряет процесс изучения языка, но если смотреть в долгосрочном плане, это даже быстрее, чем любые другие методики изучения языков, которые мы пробовали. Я бы хотел поговорить о еще одном ошибочном мнении, которое есть у многих людей. О том, что вы каким-то образом можете полностью избежать ошибок с самого начала изучения языка. Это никак не может быть правдой. На самом деле, когда вы делаете ошибки, это здорово, потому что это значит, что вы используете язык. И в конечном итоге, это поможет вам обрести уверенность, которая вам нужна для того, чтобы говорить на языке. Когда мы со Скоттом проводили этот эксперимент, мы каждый день совершали ошибки, особенно в начале. Все, что мы говорили, было неправильно, но это было нормально. В Китае и в Корее, ведь китайский и корейский намного сложнее, чем европейские языки, которые мы изучали. Мы не раз сдавались и пару раз нарушали наши правила без родного языка. Но это не имеет значения, потому что дело не в самих ошибках, не в том, сколько ошибок вы совершаете, а в том, что каждый раз, как только вы делаете ошибку, вы пробуете еще раз. Итак, помните, что главная цель этого процесса и этого метода – это преодолеть ту самую зону отчаяния и страха, перейти к стадии, где изучение языка становится увлекательным и простым. Идеально, конечно, для этого было бы поехать в страну изучаемого языка для 100% погружения самого первого дня и соблюдения правила без родного языка. Но очевидно, что это подходит не всем. Не у всех вас есть такая возможность. Но я бы хотел отметить, что прелесть этого метода заключается в том, что вам не обязательно полностью отказываться от родного языка в общении со всеми людьми. Это правило работает, даже в ограниченном контексте. Давайте я приведу вам пример. Если вы пытаетесь выучить испанский, и у вас уже есть коллега или друг, который говорит по-испански, попробуйте применять это правило каждый раз, когда вы встречаетесь с этим человеком. Каждый раз, когда вы его видите, общайтесь с ним только на испанском. Если вы пересекаетесь с ним около кулера с водой и хотите немножко побеседовать, например, сказать, что вы сегодня загружены работой, то ваша фраза должна быть: «Ох, я сегодня так загружен», и ничего страшного, если вы достанете словарь и переведете предложение целиком. Вам не нужно постоянно быть в состоянии полной готовности. Цель – пробовать и пытаться. Этот метод действительно очень помогает в двух важных аспектах. Во-первых, он помогает вам избавиться от непонимания, какой язык следует использовать, потому что если с этим коллегой, допустим, вы можете общаться по-испански, а можете по-английски, скорее всего, изначально вы будете говорить по-английски, потому что это проще. Но если вы договоритесь об использовании правила без родного языка, вы будете себе говорить: «Каждый раз, когда я вижу этого человека, я понимаю, что наступает время практики. И без сомнения, сейчас я должен говорить только на испанском. Даже если придется постоянно доставать словарь». И во-вторых, это помогает вам развить привычку говорения на нужном языке, даже когда у вас очень низкий уровень. Это помогает вам развить уверенность, которая в конечном итоге вам все равно понадобится, когда вы начнете говорить на этом языке, но на более высоком уровне. Мы вам рассказали про свой опыт, а теперь хотим, чтобы вы сделали нечто подобное.
Нет, мы не просим вас продавать все свои вещи и переезжать жить в другую страну. Мы попросим вас сделать кое-что более простое. Но если вы это сделаете, это будет очень эффективно для того, чтобы начать наконец-то общаться на том языке, который вы пытаетесь выучить всю свою жизнь. Всего три шага. Шаг первый. Найдите одного человека. Это может быть носитель языка, а может быть другой человек, изучающий этот язык. Может быть кто-то из ваших знакомых, коллега, друг, супруг. Может быть вы найдете кого-то в интернете. Существуют такие сервисы, как italki.com и LifeMocha. Там можно найти партнеров для общения. Так что если вы сейчас в реальной жизни не можете найти такого человека, поищите его в интернете. Шаг второй. Договоритесь о правиле без родного языка с этим человеком. Каждый раз, когда вы с ним встречаетесь, просто говорите на том языке, который пытаетесь выучить. Скажите им об этом. Знаете, поскольку вы не очень хорошо пока говорите на языке, вам придется много пользоваться Google переводчиком и словарем. И это нормально. Шаг третий. Начните говорить. Опять же, вам не нужно делать это идеально. Вы можете спотыкаться, переходить на родной язык. Просто пробуйте еще раз. Достаньте телефон, загрузите туда приложение Google Переводчик. Можете вбивать туда целые предложения, если пока еще не очень уверенно себя чувствуете. Цель – заставить себя начать говорить, начать формировать знания и начать практиковать целые фразы. Мы надеемся, что показав вам этот метод, мы вдохновили вас на то, чтобы начать хоть с чего-то. Может быть, вы прямо сегодня найдете себе такого человека и начнете применять это правило, и в конце концов начнете говорить на языке. У китайцев есть хорошее выражение, которое переводится как «хорошее начало – это половина успеха».